В области горного машиностроения им под силу задачи любой сложности. Техника предприятия неоднократно признана лучшим товаром Беларуси. Солигорскому институту проблем ресурсосбережения с опытным производством 30 лет. О людях, которые стоят за успехами, Маргарита Науменко. Пускай. Эту машину весом 60 тонн Вячеслав Михаленя знает до самого последнего винта. Комбайн для горнодобывающей промышленности КРП-3 – уникальная в Беларуси разработка. Дело и его рук. Еще 15 лет назад, говорит, на один такой агрегат уходил год. Сегодня собирают за месяц. Данный комбайн уже 69-й по счету, и получается, конструкция его не стоит на месте. Постоянно мы что-то совершенствуем, постоянно что-то изменяем. Он адаптирован под условия каждого рудника. Человек, который будет работать на этой машине, и все его пожелания до мелочей мы учитываем и стараемся это потом к отгрузке воплотить в жизнь. В Солигорском институте проблем ресурсосбережения с опытным производством такой детальный подход во всем. Вот уже 30 лет как. За эти годы здесь научились создавать практически все необходимое горно-шахтное оборудование. Производство полного цикла, в основу которого легла наука. Она же в чертежах и 3D-моделях у Дмитрия Довнера и его команды конструкторов. Мы начинали в свое время с научной разработки, и по сей день у нас сначала научная, дальше проектно-конструкторская деятельность, ну и вплоть до постановки на серийное производство. Покупатель хочет надежную технику, надежную безотказную технику с хорошим программным управлением. Собственными разработками и их успешным внедрением предприятие гордится особо. На счету 391 патент. Техника солигорского предприятия успешно конкурирует с известными зарубежными аналогами. А по некоторым характеристикам, в том числе ценовым, даже превосходит их. Но, пожалуй, одно из главных достижений, когда твой товар неоднократно признан лучшим в Беларуси. И вот здесь мы ее поставим, так? В своем деле Александр Конопляник уже как рыба в воде. За 26 лет работы в металл воплотилась не одна сотня проектов. Говорит, не только он один, все на производстве заточены на то, чтобы их техника приносила лучший результат. Что до географии поставок, солигорчане востребованы в странах Европейского Союза, России, Украины, Казахстана, Туркменистана. Но основной заказчик – соседние улицы, на фабриках и рудниках отечественного гиганта «Беларусь-Калия». «Белкалий» постоянно совершенствуется, добыча калийных удобрений. Я смею надеяться, что наша техника, которую мы проектировали, помогает их в этом. Мы постоянно участвуем в престижных конкурсах «Продукция года». Три типа наших продукции – это два комбайна и пресс «Волковый» – являлись победителями этого престижного конкурса. В этом году мы опять будем выставляться. Разработки уникального оборудования позволяют предприятию брать новые высоты. Так, по итогам прошлого года команде «Беларусь-Калия» и Солигорскому институту проблем ресурсосбережения с опытным производством присуждена государственная премия Беларуси за создание и внедрение новых технологий ведения горных работ по добыче калийных солей. Новые технологии сегодня позволяют извлекать из недр свыше 80% запасов калия. Такого показателя еще не достиг ни один калийный рудник в мире. В числе лауреатов премии – герои нашего репортажа. А в целом за успехами предприятия стоит огромный коллектив – в 1500 человек. Лучших работников, заслуженных ветеранов труда отметили в сам день рождения. Дальше темпы говорят продолжать наращивать, повышать в том числе и производительность техники, чтобы качество было на уровне, а стоимость при этом оставалась ниже, чем у конкурентов. Маргарита Науменко, Николай Певец, наши новости, Минская область.